Приветствую вас, друзья, всем привет. Лига чемпионов. Зальцбург против Реал Сосьедада. Матч состоится сегодня, 3 числа в 19:45. Групповой этап, второй тур. Зальцбург идет на первом месте. Зальцбург в первом туре обыграл Бенфику на выезде 2-0. Но Реал Сосьедад разошелся миром с Интером 1-1. Реал Сосьедад идет на втором месте. 1 очко, Интер 3, 1 очко и Бенфика 4, 0 очков. На Зальцбург дует 2,9, на Реал Сосьедад дует 2,5 на победу. Как вы думаете, кто здесь победит? Зальцбург или Сосьедад? Свои мысли пишите в комментариях. И да, для поклонников Захаряна, он уже вылечился от травмы и может появиться на поле. В чемпионатах команды провели также по одной встрече. Зальцбург обыграл Аустрию Люстанау 4-0, а Реал Сосьедад обыграл Атлетик со счетом 3-0. А что касается мыслишечки на этот матч, она будет простая. Обе забьют за 1 и 8. Свои мысли пишите в комментах. Пока.